Приветствую всех, снова я, Александр. Приданили тут на ремонт на ванбук ноут Lenovo. У него здесь так чисто проблема, которая требует прямых рук и немножко технически креативного подхода. Вон, видите, не закрывается, то есть, видимо, крепление это может слегка выдрали изнутри или еще что. Но это дичь, такого быть не должно. Тест на макбучность не проходит. Это когда можно рамку дисплея одной рукой открыть. Ну, кстати, топ-кейс у него. Ну, что-то типа алюминька в перемешку с пластиком. Ну, это хорошо. Попробую разобрать его. Вообще слева-справа рамка держится вот в этих вот местах. Там уже будем думать. Так, я его подразобрал, включил, сейчас матрас проверил. Ну, мало ли, надо же проверять. Вдруг вы его сломаете, да? Да нет, шучу, конечно, нахуй не надо так думать. Ну, в общем, тут все по стандарту, то есть рамка идет пластиковая, на защелках ее можно аккуратно что-то типа вот такой вот лопаткой поддеть, потому что с железками туда лезть, ну, крайне опасно. И вот эта вот рамка, именно вот сам крепеж вот этого вот, открывание открывашки ноутбука, вот эта вот петля, она на двух винтах с широкой шляпой. Вот они. И здесь в корпусе вот именно самого матраса крепления, они это выдраны, поэтому-то оно и все, и телепалось внутри. Ну, видите, с мясом, там вообще треснуло. Вот он один, этот винт. Прям с креплением. Ну и, соответственно, этот тоже. Ну, можно попробовать на ценкрилат, либо на фоксипол это все вклеить. Петлями я разобрался, вот выкрутил эти два крепления. Попробуем их потом вклеить. В смысле, в крышку матрицы. Вот сюда вот можно вклеить чисто крепление, а сюда вот с куском пластмасски. Хочу раскрутить вот эти вот петли, вообще раскрутить их и немножко смазать и закрутить обратно. Они будут более плавнее работать, открываться, закрываться и прочее. Промазал, ну а здесь тут эти два крупных винта пока не вкручивал, сейчас надо подождать, ну хотя бы минут 20-30 он задубеет по ксиполу и можно будет полностью уже собрать ноут. Ну и все, ништяк, все установлено, сборочка. Так, ну и собираем в обратном порядке, я не буду записывать, смысла нет. И проверяем, как вообще крышка, дисплейчик открывается, это все закрывается. Собрал очень долго, просто, блядь, я заебался. Вот с этой вот плашкой, вот этой вот крышкой мучился, потому что она как идет отдельной пластмасской, и ставить ее нужно исключительно на рамку вот матрицы, то есть не вместе там с корпусом, она чисто защелкивается на рамку корпуса, то есть ее ставите и там то ли влево, то ли вправо так щелкаю и все, потом уже собираете дальше. Ну и все, что
четко, ничего не лозит. Да, правда, одной рукой она не откроется, потому что, ну, блядь, там можно вот эти вот гайки было, их можно там ослабить вообще, то есть можно таким-то образом сделать, чтобы вообще мизинцем открывался и закрывался, но тогда примерно вот в таком положении он будет автоматом захлапываться, то есть у него не будет жесткости. А так, в принципе, ништяк. Ну и да, соответственно, не забываем смотреть, подключили ли мы антенну с вафли. Да, все ништяк. Когда крышку вот там вот у ноутов отделяете, да, практически у всех. То есть два проводка там, черные, белые там, или какие они, от Wi-Fi модуля, они отцепляются от материнки и вынимаются вместе с рамкой. Вроде бы да, там плевая хуйня вообще, то есть пару креплений приклеить, ну нихера, я их клеил, я замучился клеить, я просто это не записывал, но реально это такой хардкор вообще, там они отваливались еще, и вот эта вот рамка, которая боковинка вот эта вот металлическая, она вроде бы ставилась все, но коряво прикручивалась, и вот эта вот пластмасска тонюсенькая, вот эта вот рамка внешняя, она вообще болталась просто неимоверно. Сейчас вот ништяк, все, ничего не болтается. Ну все. Такой вот ремонт. До встречи в следующих роликах.